как говорится, начинаем вот эту процедуру. То есть мы принимаем в правление сейчас это Романа Самарина, Криса Романа и Дениса Шоссе. Да. То есть вполне официально принимаем, да. Почти как улица, по-русски шоссе. Шоссе. Да, да. Ну, значит, не состояло голосование. Кто с этим предложением согласен, что будет с уважаемым товарищем управлению, чтобы голосовать? Все. Кто против? Кто против? И еще следующий вопрос мы еще хотели опять заострить внимание в том, что мы принимаем решение об открытии, думаем о открытии информационного нашего издания, интернет-издания. То есть это тоже, в принципе, вносится на обсуждение. Согласны вы с этим делом? Согласны, голосуются. Таким же образом, да. Тоже единогласно. Все. Вопрос о Петра Александровича мы никуда, там у нас все нормально. Что чувствует себя? Вы включили Петра Александровича? А он включил у нас. Они то есть куда он включил? А в правлении. Да. Петр Александрович тоже именно это, конечно, заслуженный человек, и многие девушки для этого не могут на самом деле никогда. Включили его в правление. Извините. Все голосуем? Да. Все голосуем. Все. Хорошо. Я не заметный эксперт, как у Хашида. Значит, я хотел бы задать вопрос. Насчет газеты. Да. Это большие финансы и большая возня с оформлением. Может быть, обойдемся пока интернет-изданием, нашим сайтом? Ну, мы сейчас, дело в том, что рассчитываем, что, по крайней мере, мы рассматриваем два варианта. Но мы не исключаем создание газеты, то есть для этого есть какие-то определенные веские основания. А если не получится, тогда это будет интернет-издание. Но в любом случае мы думаем довести, как говорится, и наше мнение, помимо того, что еще сайт как таковой, да, существует, должно быть. То есть мы говорим о принципиальном решении, что согласны. А как получится, конечно, мы будем дальше рассчитывать, прилагать все силы для того, чтобы это совершилось. Вот. По крайней мере, даже разрабатывается бизнес-план, сколько это надо, где это достать. Но это мы говорим о еще планах, которые не имеют под собой какую-то определенную реальную основу, они просто так, как говорится, полет фантазии. Ясно. И еще дорогом. По ревизионной комиссии. Еще кого? Еще вопросы. По поводу решения нашей комиссии. То есть у нас ревизионная комиссия 3 человека, и Архипов, он исключен из ревизионной комиссии, и мы рекомендуем на вакантное место, как говорится, Тарасю Борису Александровну. Тоже должно происходить голосование. То есть одобряете вы в данном случае голосование? Да. Тогда вроде вопрос, да. Дело в том, что Крис Роман еще есть много чего сказать, поэтому мы закончили нашу официальную часть, что относится к международному общественному объединению и конференции, к первой той части. И еще опять предоставляем... Подожди, а договор мы сейчас будем заключать? Есть предложение заключить договор с другими? Ну давайте, потому что я думаю, что таки хорошо, давайте так, если согласны. Сейчас мы подписываем договор. Да. Если нет возражений, мы еще хотим сказать о нашей новости, а именно мы подписываем официальный договор между международным общественным объединением, организацией. Там, это Еврорусь. И наши международные общественные организации «Русь-Единая». Подписываем договор о взаимном сотрудничестве между двумя общественными объединениями. Голосуем? Да, голосование, конечно. Согласны, как говорится. Согласны. Да. Вот тогда еще одна ремарочка. Поручим товарищу Шоссе. Да. А по поводу Шоссе я хочу еще действительно, да. Я думал, что он зачитает, например, в данном случае. Это мы сейчас, но
А мы с ним. Он хорошо, уже, давай. Вы знаете, дело в том, что у нас наш друг, который президент Европейского Союза и Евроруси, он не смог по очень серьезным обстоятельствам приехать на конференцию, но он прислал письмо, и вот его друг Крис Роман просто зачитает это письмо, а исходя из содержания самого письма, это тогда мы перейдем к тому, что действительно кто ремарочки. Пожалуйста, Крис Роман, вы можете ему письмо прислать? Да. Да? Да. Зачитать письмо. Хорошо, потому что... Хорошо, потому что он мне писал это письмо мне на французском языке, и французский язык – это мой второй язык, да, не первый. Да. Уважаемые дамы и господа, да, и мои дорогие друзья, прежде всего, я хочу выразить свою скорбь по поводу того, что бы я не перестрелил вас сегодня. Но это не моя воля. Да? Крис может объяснить это вам. Конечно. Надо знать, что это, что я добавлю, у него есть жена и там рак, но очень нелегко, как мы говорим, да? Да, очень плохо. Ну хорошо. Я также хотел бы благодарить людей, у которых была такая дружеская мысль для моей жены. Благодаря их, я ее очень люблю. Жена, да? Конечно. Что кажется, нашей ассоциации для меня будет большой счастью быть председателем в Бельгии. И это с моим другом Крисом, мой друг, которого я должен сказать, надо сказать, он очень дорог мне. Я не буду говорить очень долго, но я уверен, что наша ситуация это очень сложно сейчас. Потому что мы видим, как это постоянные провокации от НАТО, я перевожу от французского, да, провокации от НАТО, и будущее время будет очень опасно. Больше всего мы должны делать все, что наши народы говорят громко, сильно, что мы не хотим войны, но нам надо сотрудничать и нам надо мир. Нам надо уважать наши традиции и так далее. У каждого. Я вас благодарю за внимание, и чем быстрее, тем лучше. Я буду, я буду смотреть, посещать вашу страну, и я буду с вами, во время, дорогое время, это хорошее время. Добрый день всем вам и вас желаю хорошей жизни в Европе от Гибралтара до Владивостока. Спасибо, да. Добрые слова, да. Так, и вот в связи с этим письмом, где он выразил, как говорится, желание, да, ему сказал свое мнение, что он считает это честью представлять организацию международного общественного объединения в Бельгии. Мы голосуем за то, что доверяем ему в данном случае и предлагаем ему, чтобы он возглавил филиал и официально открыл в Бельгии нашу организацию. Вот за это просим, да, опять голосовать. Согласен. Ну, я думаю, что здесь согласие должно быть единогласно. Все, тогда спасибо за первую часть и так далее. Да. Мирное общественное, я говорю, да, потом. Хорошо. И следующий раз. Сегодня, да? Да, сегодня. Это 20 октября. Крис Роман, председатель статуса президента.
президенты, евробудущие. Так, должен организоваться. Написал я подпись и подпись и фамилия, как у вас там. Так, Роман. Контрол там, да, русский, да? Да, да. Хорошо, да, да, сегодня просто.